Квестер Гелс, Радужный Рок. Лира. Давайте рассмотрим проблемы. Давайте начнем, как обычно, с коробочки. Наверху мы можем увидеть логотип My Little Pony Квестер Гелс. Копыта сделаны в радужном стиле по мотивам мультфильма в виде сердечки. Здесь написано имя персонажа. Внизу мы можем увидеть арт персонажа, личика. Вот. И как она выглядит пони. А внизу логотип Rainbow Rocks. В самом уголке мы можем увидеть от какого компании? Компания Hasbro. Наверху сайт mlpeg.com. Сзади мы можем увидеть персонажа в полный рост, как она выглядит. Внизу, как обычно, написано «давать детям младше 3 лет». А в наборе шла карточка, очки и карточка для отмечания, какие у вас и пони есть, а каких нет. Давайте рассмотрим теперь саму куклу поближе. Как вы поняли, персонажа зовут Лира, она Радужный Рок. У нее есть самая лучшая подруга, это Бон Бон. Конечно, у нее ее нет, кто хочет, я сделаю на нее видео. Очки сделаны из пластмасса. Очень хорошего. Волосы мягкие, очень хорошие на ощупь. На лице небольшой мягкий макияж. Желтый и зеленого цвета. На щечке есть кьюти маркой. Губки нежно-розового цвета. Кофточка сделана из мягкого резины или пластмасса. Сзади, как обычно, есть отверстие для крылышек и заклепочка. Платье сделано из большой резинки, которая очень легко снимается. Вот. Ботинки тоже сделаны из мягкой резины, которая очень легко снимается. Вот. И засовываться очень легко. На ножке мы можем увидеть логотип Equestria Girl. Видите сердечко? Вот. Очень хорошая кукла. Мне она понравилась, честно скажу. Да, потому что у нее очень красивый макияж. Волосы очень хорошие. И очки. Вообще. Очки, конечно, на глаз как будут, если хотите, покажу сейчас. Вот, будут очень большие. Они подходят как карнавальные. Такие. Вот. Так что. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Всем привет, вы на канале Only Pony. Сегодня я сделаю видеообзор о куклах My Little Pony и Equestria Girls.